Тра-тра-та-та. В голове туман. Надо развеяться, чтобы остаток яда выветрился из организма перед следующей дракой. Прошвырнусь по городу. Следуйте город. Да я, если честно, не очень-то хочу. Я уже вроде все, что хотел, то поделал. Давайте таскмастера что-нибудь поделаем. Что тут надо? Испытание бомбы. А, это я умею. Надо костюм специально взять на скорость. Тогда я тебе вообще буду щелкать как орешки. Сначала левую. Надо срочно обезвредить бомбы. Ать! 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 Вообще со скорость потерял сильно, конечно. Ну и что? А, вот оно что, извините, я сначала не понял. Чё-то я не сильно расторопный! Нет! Хватай её, дурачок! Па-па-па-па-пау! Оч! Оч! И... На серебро, наверное. Брать не буду. О, нихуя! Чертовски доволен собой. Черт возьми, Максим Евгеньевич не только это сделал, он сделал это лучше всех. Хотя я толком даже не торопился, если честно. Полная концентрация. Дайте мне еще что-нибудь поделать. Базы Гарри я вообще не хочу делать. Вот убейте. О, пойдем сделаем этот. Блокпост. Соболя. Натоварим. Бэм. Юрий, слушай, группа беглых заключенных обзавелась очень серьезным арсеналом. Нам сейчас меньше всего нужна перестрелка в жилом квартале. А, это заключенные. Сможешь разобраться по-тихому? Не факт, что получится тихо, но я могу избежать большой перестрелки. Правда, потом все будет в паутине. Хорошо. Удачи. Барабаньки. Стоять. Стою. Так, братишка, братишка. Братишка-паучишка. Что это? Это глюк. Только больный. Тра-тра-та. Выключаем. О, они что-то заметили. Могут быть проблемы с этим тогда. Подожди, один пошел проверять, один остался. Тот, что остался. А вы так ничего и не поняли. Он успел, да? Да, он успел. У меня стояла другая паутина. Это плохо очень. Я планировал сделать все немного быстрее. Можно было вам жопнуть пацана, но я пригвоздил его паутинкой. Стоять! Команда была... Укрытие! Тут без вариантов. Согласен. Согласен с тобой, братишка. Подмога! Судя по всему, им не терпится попасть обратно на флот. Они такие слабые. Кроме шуток, прям максимально слабые. Только не Гейтс! Подкрепление. Я был готов ко всему, но никто... О, ракеты! Ракетчик? Опа! Почему она не взорвалась? Я хочу, чтобы они взрывались. Подожди, 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 подожди. Ребята, я только сказал, что вы слабые, а вы что-то решили это. Они ни в кого и не стреляют. Это тебе с рук не сойдет. Да ну перестань. Мне всегда все сходит с рук. Как делишки? Нормас. Печально, что у преступников больше верных друзей, чем у меня. Это факт. Ему не победить!
Да ты шо? Как часто бывает, вот вам бомба, мистер. Мотоцикл! Очень неприятная камера. Хоть раз кто-нибудь вот так же радостно бросился на помощь мне! Или хотя бы просто постоял рядом! Кстати, может они не очень-то сильные? Но что-то их тут полно! О, того, кого надо. Ай, больно. Дядя. Вы вообще что-нибудь понимаете, что происходит? Потому что я вот не шибко. Не самая удачная камера просто. Тут уже целая бригада ракетчиков у нас. Ё-моё. Я так понимаю, ты последний. Тра-тра-та-та. Лагерь заключенных. Это у нас они Соболи. Форпост. Капитан, все заключенные связаны. Можете забирать. Спасибо. Мы бы не взяли их без колоссального ущерба. Надеюсь, местные тебе благодарны. Так, ну да, конечно, благодарны. Я бы был себе благодарен вообще. Я бы даже себе тортик подарил. Да как же хочется. Так, нужно заняться Скорпионом, но я еще не видел тетю Мэй после пожара. Пожалуй, забегу в пир. Спайдермен, Спайдермен. Does whatever, Spider can. Лукал. Это Соболь контроль. Какова установка в Бауэри? КПП, штатный режим. Проводим тщательные проверки. Я забыл паспорт. Может, пару ударов сойдет за удостоверение? А! Какого черта? Привет, ах ты сука. Можно задать тебе один непростой этический вопрос? Имеем ли мы отказываться от друзей? Что, так очевидно? Да, я тебя понимаю. Знаешь, возвышенная часть меня хочет сказать «нет». Настоящий друг всегда должен быть рядом, даже когда люди заблуждаются. Но то, что сделал Лотта, даже не знаю, Пит. Думаю, тебе нужно решить, если есть Октавиус, которого ты знал. Появился ли когда-нибудь вообще? Да. Ай. Вот это вот очень больно, что спасибо, твой... два раза он попал. Надо все обдумать. Звони в любое время, Пит. Поговорим. Ну, у меня инжекторы перестали работать. А, он просто умер. Тра-тра-та-та. Вот он, вот пост Соболя. Жетоны преступления. Там, кстати, хотели... Я знаю, как он выглядит, в принципе, но можно попробовать. А, сейчас, секунду. Вот, путинство. Да, вот я именно так его себе и представлял. Разве он крут, им не полечиться? Не знаю, не круто. Вот это круто. Так, новый костюм у нас появился. Ого. Белый костюм Человек-паук 2099. Сфокусированная волна, подача воздух врагов при каждой атаке. Нифига клёво. Но это еще круче. Нужно еще пару бас и пару преступлений. 39. Как я быстро качаюсь, на самом деле. Я уже знаю, что мне нужно. Безопасность ремень половина атака. Стрельбинская... О, нормально, это тоже пригодится. Когда мало хп, чтобы быстро, если что, подкачать концентрацию себе. Удар по земле. Фигня. Вот это круто, кстати. Это все отстой. Breaking Ball. Всем постам. Беглые заключенные угнали маршрутный автобус. Нужны
машины в верхнем Чайна-тауне. Блин, как далеко. Ну ладно, автобус звучит интересно. Только потому, что это автобус, я это сделаю. Ать! 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 Не стреляйте! Пора. Как только они поймут, что их не выпустят с острова, они могут устроить... Эй, если вам так нужны друзья, затусим вместе! Человек-паук, прибейте его! Они пытаются связаться друг с другом? Через палец? Мы так с друзьями тоже с детства связывались, когда в войнушку играли. Нормальная тема. Все? Или там еще следующий какой-то? Задыхание дьявола, люди готовы на все, чтобы уехать. Чё ты? Что за место? О, голубок! За голубком надо просто успевать, его нельзя сразу забрать. Это я уже помню. Как бы я близко с ним не пролетал. Блин, ну так, вот это, кстати, самое мое нелюбимое. А, вот. Оп. Научные жетоны. И гораздо интереснее, чем станции Гарри. Или там его мама. Пожалуйста. Забавно звучит. Сандра рада, что они вернулись? Ну, вообще-то, она больше не с нами. О, боже. У нее был рак. Ай-яй. Мне так жаль. О, все нормально. Жизнь, чтобы жить, а не чтобы хандрить. Это первое, что она сказала, узнав свой диагноз. Я постоянно себе об этом напоминаю. Продолжай искать, хорошо? Нет проблем. Найти остальных птиц очень важно. Спасибо, Человек-паук. Пожалуйста. Никаких проблем. Моя любимая пока что коллективалс это рюкзачки. После рюкзачков мне нравились камеры черной кошки. После черной кошки... И здесь, пока Майлз не вернется, лучшее, что мы можем сделать, это накормить... Мне нравятся строки Фиска. О, Питер, как я рада тебя видеть. Ты как? Здоров? У меня все хорошо, а как ты, Мэй? Очень занята. О, позволь мне... Опа, ничего себе. Я в норме. Она заразилась. Мэй, помнишь, ты сказала, мы же видели смириться, маску. Что я человек, такой же, как все. Ты, Бен, вы мастера обращать мои слова против меня самой. Все хорошо, Питер. Я просто немного устала. А где Майлз? Не помогает? Он помогает. Он пошел забрать медикаменты из центра помощи. Удивительно, как быстро у нас заканчиваются антибиотики. Ясно. Постарайся отдохнуть. Я организую разгрузку и встречу с Майлзом, хорошо? Хорошо. Придется смириться с тем, что и у меня есть слабости. Ну же, Майлз, ответь. Не заставляй волноваться о тебе и Мэй. Поиграем за Майлза чуть-чуть, я так понимаю. Это мы бы могли, да, мы бы могли. О, да, Питер Паркер. Тише, тише. Ебать. Вот тебе и легкое дело. И вот это все сделала кучка зэков. Больше похоже, что здесь прошел бульдозер со взрывчаткой. Ого-го. Назад нельзя. Пиру нужны антибиотики. Видел, как здоровяк ему врезал? Слышал звук? Нужно отвлечь его. Может, софт для взлома? Что там? Ну, вперед. Ё-моё, а куда вперед? Я мог бы перепрыгнуть через стену. Медицинский контейнер в палатке. Это будет легко. Видел, как он прошел. Просто зверь какой. Марля. Рина. Носорог? Но никаких антибиотиков. Ищу дальше. Они оба такие. Но хоть на нашей стороне. Вы двое, давайте сюда. Ладно, ладно. Это можно закончить. Лекарство есть там. Надо пройти мимо. Да вот лучше глянь сюда. То, что делает Бен. Почему суперпарни уничтожают эти центры помощи? Чего? Да все из-за Осборна. Суперпарни. Хотя, я слышал.
Звучит очень пафосно. Пока мы берем все, что находим и хотим взять. Бать, меня почти нет. Заметили только что. Да. Нет проблем, я сдаюсь, ребята, не бейте, только не по лицу. Делайте, что хотите. С этой шоколадкой, только не по лицу. Надо пройти мимо этих типов. Это можно закончить. Просто выдай. Почему супермарни уничтожают эти центры помощи? Да все из-за Осборна, что хотят показать, что он слаб, что не может защитить город. Еще одна палатка с припасами. Пара пакетов первой помощи, но антибиотики. Где же они? Ну да, на черном рынке за это... Ебать, откуда ты там вообще взялся, дядя? Ты себя хорошо ощущаешь? Откуда он там? Он материализовался из ниоткуда. Это Кутини, молодой только. Шо у нас? Они собираются делить припасы. Лучше избегать снайпера. Иди глянь, что там. Тара-тара-та-та. Он тут точно Рина был. Медикаменты. Алексей. Ну давай, ящик, ну уже. Амоксициллин. Одна? Прекрасно. О, Алексей. Человек. Нашел взрывающийся бульдозер. Маршруты и расписание! Живо! Я сказал! Джентльмены, простите. Мой напарник не учтив. Блин, у них такие крутые он костюмы. Он не владеет тонким искусством убеждения. Стой! Зря я это увидел. Одну пачку? Возьми целый ящик. О, две пачки уже лучше. О, нет, нет, нет. Что это? Проверь. Живо. Он меня не видел. Надо выбираться отсюда. Кто здесь? Выходи! У меня нет времени на игры! Тоннель. Может, я пролезу под ним? Теперь мы играем со светом. Я поиграю с твоей рукой. Выходи, я обещаю, что я раздавлю тебя. Да не парься. Не смотри на меня. Ты сказал, не раздавишь. Ты обещал, Алексей. А как я должен выйти, по-твоему? Надо было смотреть наверх. Он меня не видел. Надо выбираться отсюда. У меня нет времени на игры. Теперь мы играем со светом. Я поиграю с твоей рожей. Выходи. Я обещаю, что не раздавлю тебя. Смотри. Смотри на меня. И мне сыкотно вылазит. Ебать, я тоже взрывной. О, нет! А что мы тут делаем вообще? Здесь никого нет. Я понял, что дальше. Все, пока. Естественно. Нужно как-то пройти мимо него. Так спокойно. Ты же как пройти мимо него. Ебать, это что нахуй за прыж? Очень много, и мне пизда. Я, по-моему, поломал. Оу, я! Бля, у меня такой вопрос. Теперь что же мне делать-то? Алексей-то сюда попадет в любом случае. Мне надо как-то мансить теперь от него.
Он сейчас зайдет вот сюда. А я пойду как-то попробую у него за спиной, что ли, это сделать. Если он прощимится здесь, конечно. Да, он прощимится. Ладно, пока, дурачок. Иди. Ебанулся окончательно, блядь, бесповоротно. Ладно, пока Алексей сломан. А, его его ТП-шнул за меня. О! Ужас. Повезло. Наверняка выход уже близко. Хватит со мной. Но это не могу уже. Играть! Бля, придется прыгать вниз. Если успею. Успел. Ты! Он заметил меня, значит. Ой! Ой-ой-ой-ой! Ой, черт! Надо выбираться отсюда! Ему резко захотелось, видимо, это сделать. Не прячься! Может, там я буду в безопасности? Он не ебанул, только бежал в другую сторону. Вот! Попробуй другой путь. О, нет. Алексей. Все считают тебя идиотом. Я вижу! А я вижу! Художника. В теле вижу воина. Может, там я буду спрятаться? Найду и раздавлю тебя! Вот, тот контейнер. Это выход. Иди туда, погляди. Прячешься! Я уже сделал это. Надо, чтобы он отошел оттуда. А, ты должен мне расчистить это. То есть я вот так сделаю сейчас. Потом позову тебя вот сюда, ты расчистишь для меня все это. Выходи! Нет, ты не расчистишь? О, умничка. Теперь пиздуй куда хочешь. Вперед, вперед! Алексей! Там никого нет! Ищу ветер в поле! Ненавижу искать ветер в поле! Думал, сейчас еще стену прошибет. Мне кажется, еще не закончилось. Надо сообщить Мэй, что я нашел. Отстань от меня! О, удар с правой! Давай бумажник! Нет! Нельзя так! Поставил! Отцепись от него! Вот сука. Это ты зря, паренек! Нельзя же вот так толкать людей! Он сейчас тебя толкнет. Вот так? А? Нахуй пошел! Смелый малыш. Напрячь ноги. Во-во-во! Что он несет? Через секунду он уже ничего не скажет. Опа! Пушечка, блядь, справа! И следующий кто? Макгрегора зови сюда, тоже получит. Хочешь попробовать? А? О? Не, я в порядке. А, сука! Бум! Хочешь попробовать? Надо поработать над фразами для драки. Хорошая фраза. Майлз, эй, я пытался дозвониться. Живой? Слушай, только не злись, но мне нужно кое о чем тебе рассказать. Да ты не напрягайся. Я все понимаю. Я хотя бы сок могу попить тогда, пока все это дело. Знаете, когда нет еды, а ты не поел, а времени уже осталось мало, чтобы сделать дело. Приходится иногда выкручиваться, да? Особенно, когда ты говоришь. Пить хочется очень сильно. Такс! Ты молодчина, Майлз. Оставайся в пире. Если преступники впадут в отчаяние, они могут напасть на приют. Я и сам подумал. Если здесь что-то еще произойдет, я дам тебе знать. Жестко. Спасибо, Майлз. Спасибо, Майлз. А мы пока прокачаем навык. У нас нет ни на что. Ну ладно, в принципе, это нормально. И время броска
быстро нажмите треугольник. Не, это фигня. Ну и давай периодически. Нет, тоже фигня. Ладно. Пока что ветка защитник самая лучшая. Я понял. Носорог нападает на центр помощи Оскорб. Думаю, я знаю его следующую цель. Сообщают о каких-то масштабных разрушениях в Гарлинском центре. Похоже, это он. Направляюсь туда. О, сейчас мы носорогом дерем в жопу. Устал, но еще держусь. Мы совсем справимся. Верь в это. Да, да, да! Если бы мне только снайперы перестанут стрелять! Да ёпта! Катитесь нахер! Блин, какой этот прекрасный... Опа, у нас преступление! Сейчас, ребята, я покажу вам то, к чему я готовился всю свою сознательную жизнь. Ребята? Почему они не умерли? Нет! Я не мог готовиться всю сознательную жизнь для того, чтобы умереть. Вам что тут, парни, это надо? Почему они не разлетелись? Мне должны были... Так, этот ваншотается. Что это за... Катись в ад, чел. О, вот эта ракета. Как он еще живой-то? Бля, я хотел вообще бросить не совсем эту штуку. Да ладно. Когда тебе уже можно морду будет набить-то в конце концов-то, ну? Он живой до сих пор. Уберите этот рог. Я к этому готовился всю свою жизнь, но это не сработало. Настало время для братишки-паучишки. Все, вали тогда. Земля тебе будет судьей. Из-за Соболя полеты по городу стали более захватывающими. Да, более захватывающими, это точно. Преступление Соболя. Есть особое. Особое, так сказать, подраздел преступлений. Оп! Агенты, срочно доложите обстановку на центральном вокзале. Бронепатруль на связи. Цель не обнаружена. Патруль, огонь на поражение. Открыть огонь! Избавься от него! Эй, а это превращается в робота? О, было бы круто. Почему я нападаю на них? Ай, больно, вы чего? Братишка-паутишка в работе, да? Может, еще в конце разгонится и взорвется об кого-то, да? По-моему. А, нет? Ну и ладно, погнали самой тогда, братишка-паутишка. Хорошая работа. Я, сука, сам-то выходишь к земле, прижму. Так, эти снайперские заключения... Нет! Нет! Да. Опять у нас преступление. Одни сплошные преступления. Не минуты покоя. Здорово, мужчины. Просто тупые. Сейчас увидишь, как... Ну и хватили тогда сразу. Тормозим. И сразу за следующий. Хватит этих трюков. А, нет? Она свернула в другую сторону от меня. Меня наебали. Да? Да, видимо, меня наебали. Ну ладно, жалко.
Контроль вызывает агентов Devil's Shelf. Доложите. Мы задержали группу подстрекателей. Им будут предъявлены обвинения. Анус себе предъяви. Свободен. Блин, можно было его убить сейчас. Ай, бля, вот это больно, конечно. Я просто не люблю ждунов. Какая боль, блин. Почему он сейчас не умер? С одного удара. Хотя должен был. Ага! Попался! Сохраняйте дух протеста, но чрезвычайное положение лучше переждать. Километр 600. Сильный удар, на носорога. Это хорошо. Сначала нужно заэвэйдить. По-моему, ракету даже не обязательно эвэйдить, можно ее сразу кинуть. Просто после эвэйда замедляется время, и это сделать немножко проще, что ли. Попытка номер два. А это летунный? Пока никого не покалечили. Да, это летунный. И это больно. Я не хочу умирать. На летунов работает паутина? Да, работает. Это хорошо. Ваншот, сука. Мог бы быть. Не успел нажать. Парни с ранцами залетались. Ты хорош, Пит. А? Смешно. Блин, слушай, эта шутка, наверное, звучала в оригинале по другому. Доложите обстановку в Колумбии. Наблюдатели. Да сколько можно? Все чисто. Не, знаете, мне хватит, пожалуй. Идите в жопу, как говорится. Не догонит эта ракета меня. Ни за что в жизни. Даже уворачиваться не буду. Ать! Что это? Что это 120 метров? Что-то летит. Это голубка? А голуби едят пауков? Не знаю. Блин, нифига он шустрый. Ать! Папочки! Все больше слушателей обеспокоены тем, что агенты Соболя, призванные мэром для нашей защиты, ведут себя как армия захватчиков. Давайте послушаем звонок. Говорите. Меня не пустили в дом. Сказали, он под карантином. Я ответил, я войду и не буду выходить. А они ткнули в меня оружием. Мне некуда идти. Мне некуда идти. О! Здорово, дайте чел! Врага себе подстать, носорог! Нет врагов, мне подстать, паук. А нельзя все решить разговором. Носорог, почему ты в команде? Я думал, ты одиночка. Цели. Что мне тут поможет? Что поможет? Поможет хилка. Хилка поможет. Средства, паук. Вся жизнь — это цели и средства. Не бей! Я могу тебя прям ломать? Нет, видимо, я не могу его прям ломать.
какая цель у этих конкретных средств? Свобода! Настоящая! Конец костюму! Конец костюму! Не бей, пожалуйста. Так, мне это не нравится. Но это могу трубу взять, по-моему. Ай. Ай, больно. Вот я про эту трубу. А, я понял. А мне костюм нравится. Гений. Такой заметный. Оп. Бэм. Без костюма я буду тебе не так опасен. Отстань. Нет! Оставлю один тебе на спешл, когда ты присядешь. А как же наши увлекательные беседы? Оп. Мне почти жаль, что нужно разбить тебе башку. Вот это я люблю. Но он там еще одна стоит. Берегись, Назарон! Браконьеры! Отдыхай, Алексей. Так, Назарон, давай закончим. Ой, я так все думал, когда маг появится. Восьмитонный малыш не справится со взрослым делом. А я справлюсь. Будем вдвоем. Но лезть в чужую драку грубо. А что бы ты делал, если бы я не пришел? Умолял его сдаться? Агарган, именно это я бы сказал. О, вы прям как пожилые супруги. Даже не верится, что я в команде с таким кретином. Ну вот так вот, да? Надо заставить их подраться, чувствую я. Опа! Не бей, пожалуйста. Мы с Октавиусом как? Уже выбрали название? Да моё, можете отстать? Ой! Грязная шестерка. Я, кстати, в говне, в полном. Которая убила человека-паука и сделала из него одеяло. Гарган, заткнись, не позорься! Я вот думаю... Нужно прижать Скорпиона. С помощью гаджетов? Не, нет смысла его так бить. Начистим ему ебало. Не, отдыхай. Что-то у вас так все работа. Меня на всех хватит. Где Скорпион? Я потерял Скорпиона. Нашел. Оу, двойной ворот. А, да, точно. Как я мог забыть. Паучье чучье работает как надо. Ты будешь прыгать сегодня или нет, Гарган? Сколько тебя можно ждать? У меня, кстати, паутина закончилась. Это подойдет. Осторожно избавиться от костюма. А что Октавиус обещал тебе, Скорп? Деньги. У Гаргана нет принципов. Он воюет за деньги. Неправда. Паука я порву бесплатно. Деньги просто бонус. Ну это о чем я подумал? О том, что неплохо было прокачать вот эти штуки. Просто чтобы было. Ай! Блин, больно. А что это у нас такое? Угу. Это был один из моих шансов. Ты будешь прыгать на меня сегодня или как? О, попал. Я сам раздавлю букашку. Да ни хрена! О, кстати, слышь, есть тут у нас идейка одна. Да?
Мы можем остановиться прямо сейчас. Я никому не скажу. Да, да. И оставить твой череп целым. О! Веселье. Эй, йоу. Носорог. Есть прикол. Хочешь посмотреть? Это не меняй направление. Я покажу тебе, что такое настоящее. Нет! Спасибо. Черт возьми. Моя челюсть уже усвоила этот урок. Твоя. Нет! Я защитился, слабо. А, не успел! Но остался жив. Где Гарган? Разве ты не посещал уроки поэзии? Гарган все? В качестве терапии. Не. Мой новый стишок. Паук ко мне пришел, и я его нашел. Прелестно. О, без спешла, это походу все. Гарган быстро отлетел просто, я вот что хочу сказать. Знаешь, что сделает Октавиус, если узнает о твоем провале? О нашем провале. О моем провале? Да, твоем, урод! Ой-ой-ой. Слушай, не выбираться отсюда. Поможет вам поладить. Да это их не удержит, ну вы что, издеваетесь? А, удержала? Удивительно. Так, Юрий, четверо готовы. Остались Октавиус и Ли. Самые толстые. Кажется, с ними будет тяжело. Но они лишь половина проблемы. Дыхание дьявола распространяется, а про сыворотку Аскорб молчит. Боюсь, что они хотят на ней навариться. От любимого мэра другого и не ждешь. Дыханием дьявола займется самое лучшее. Не хочу больше делать этого, скажите. Посты. Эй, Пит, я проверила все базы данных. МЖ выглядит как мальчик. Если лаборатория дыхания дьявола и существует, то нелегально. Только еще в одном месте можно посмотреть, в личных файлах Нормана. Его рабочий компьютер уже проверен. Может, нужно посмотреть в пентхаусе? В здании куча соболей. Если они заметят меня, в перестрелке могут пострадать жильцы. Знаю, но я могу проникнуть туда незаметно. Войти, узнать, где лаборатория, и выйти. Если что-то пойдет не так, я... Подожди, МЖ. Однажды я разработаю ткань, поглощающую звук и свет. Мне пригодится костюм невидимки. МЖ, извини. Ты говорила про лабораторию. Думаешь, стоит поискать в пентхаусе Нормана? Там полно агентов Соболя. Знаю, но я могу проникнуть туда незаметно. Войти, узнать, где лаборатория, и выйти. Если что-то пойдет не так, я позову тебя на помощь. Ладно. Риск большой, но эта информация нам нужна. Дождись меня, а потом начинай. Буду готова. Открытки с пожеланием удачи. О, тебе нужно это. Это же прощальная открытка от коллектива Daily Bugle. На ней сплошь милые люди. И Джеймсон. И Джеймсон? Прямо, ну, к светлому будущему Джо какой-то. Great Nothing. Эдди Брок написал, это же вином, да? Great Nothing with you. Подожди, great nothing with you, что... Что бы это могло... Не могу, не понимаю эту фразу. Это просто... Просто Джей, Джон и Джеймсон. Без пожеланий. Мы будем по тебе скучать, Бетти Брент, и... вспомни о нас, когда ты исцелишь рак, Глория Грэнт. Все еще не понимаю послание Брока, типа Great nothing with you. Или что это? Ну, в общем, это тут либо хороший смысл, либо плохой, но мне кажется, хороший, что типа величие ничто без тебя. Ну, в общем-то, вот. Но, или наоборот, слава богу, что, блядь, ты съебался. Тут как бы вот. Или я просто неправильно прочитал фразу, поэтому. Какие проблемы? Радиовышка еще может быть одна здесь, наверное. Нет. Преступление Соболя меня не волнует. Электро хочет разрушить нашу энергосистему. Стервятник сеет смерть с небес. Человек-паук выпустил обоих резвиться в самом сердце нашего города, как детишек. Смертоносных детишек, разрушающих абсолютно все вокруг себя. Меня часто спрашивают, почему невероятные силы всегда у мерзавцев?
Почему не у таких, как ты, Шона? Что ж, я подумывал получить суперспособности с помощью современной науки. Конечно же, только ради ведения борьбы за вашу безопасность. Но после долгих размышлений я передумал. Потому что сила извращает. Я человек из народа. И я хочу оставаться одним из обычных трудолюбивых жителей Нью-Йорка. Я просто помогаю вам с помощью этого шоу, моего издательства и моего огромного состояния. Не благодарите. Так и поступают люди из народа. А, я думал, я могу стоять на высоте. Итак? Так, МДЖ, я в паре кварталов. Будет нужна помощь, зови.